В городе снова звучат духовые инструменты. Открылся 7-й межрегиональный конкурс оркестров и ансамблей духовых «Медные трубы». В этом году на фестивале особенные гости – джазовый коллектив капеллы «Релакс Бенд» из Чехии. Номинаций несколько – детские ансамбли, студенческие коллективы, взрослые оркестры, мажоретки и барабанщицы. Сразиться за звание лучших приехали гости из Ярославской, Владимирской, Ленинградской и Костромской областей – 10 оркестров и 18 коллективов. Конкурс за несколько лет, рассказывают организаторы, из любительского превратился в профессиональный. В День города музыканты будут участвовать в праздничном шествии и организуют концерт в сквере Якова Горелина. В этом мероприятии мы уже принимаем участие второй раз. 2 года назад мы заняли здесь 1-е место, участвовали в конкурсе. Исполнять в этот раз мы будем 3 произведения. Это «Ариоза» Иоганна Себастьяна Баха, рок-болеро Беккера и эстрадное произведение называется «Винус» с вокалистом.